на руках, я не могу это дальше. Ну, поставьте на руках это на стол. А то один нос, так я вижу, ну что это? Так я ж не могу. Я же не на столе, я на руках держу. Ну ладно, подальше маленько, отодвиньте руку. Так, вот так, держите хотя бы так. Ну говорите, пожалуйста. Я хотел просто у вас спросить, как вы мыслите? Вот сейчас же ведь так события развиваются. Ведь, пониже опустить, у вас глаз не видно даже. Вот так, вот так. Вот так, да? Подождите, видно? Я переспрошу сначала. Вы же вроде были в Парагвае. Ну сейчас я уже... Сейчас я... Что-то все это погасло. Что такое? Звонок в режиме ожидания. Сейчас он выйдет. Нету никого, давай. Давай. Он интересный мужик-то там, далеко так, в Америке. Это Южная Америка. Такие редкие страны-то небольшие. А Бразилия-то это большая. Я когда ходил, ну, за языками занимался, я стал посмотреть, сколько людей разговаривает на таком языке, на таком, на итальянском, на испанском. На испанском очень много. Там Бразилия, это все испанский язык. Испанский государственный язык. Представь, чем занимался. Определял, сколько людей разговаривает, а спросили, говорит, а ты думаешь там быть? Нет, а зачем? Газеты, книги читать на их языке. Да переведенных хватит. Но это мне не помешало для размягчения мозгов. Я не знаю, что у него там. Видать, на руках держит. Ну, он сказал, что на руках держит. Алло. Да, говорите. Что-то не видно вас. Что-то перерыв произошел, перерыв это оборвалось что-то. Не знаю, у меня стационар, этого не должно быть. Не, ну у меня-то маленький, у меня-то, грубо говоря, я в походных условиях. Так ну что понятно, что у него тут? Игнатий Тихонович, я просто что хотел сказать. Вот как бы мне приходится странствовать, и в России я много как бы пришлось по России постранствовать. И вот у меня один вопрос тревожит. Вот вы человек такой как бы выдающийся, вас все видят, вы многие, как говорится, интересуются вашим мнением и так далее. События развиваются так, что и со стороны как бы государственных структур гайки затягиваются, это естественный процесс, это будет продолжаться. И общественная ситуация меняется, как бы получается так, что развитие общеполитическое таково, что и Европа, и теперь уже Америка дали добро Китаю на то, чтобы, скажем так, завладеть территориями, которые они будут уже разрабатывать в пользу всего мира. Сейчас это фабрика, производящая для всего мира. А теперь к этой фабрике присоединят территории сырья для всего мира. Соответственно, вот после Крыма им дали отмашку, что типа можно. Поэтому китайцы сейчас активно стали строить железные дороги в сторону границы. Они сейчас заключили военное соглашение с Казахстаном, чтобы отрезать по Урал. Это резко, быстро, понимаете, что делать. То есть Казахстан им дал добро на пропуск через свою территорию, в случае чего, потому что там равнины. То есть как бы все дело идет к тому, что та территория, на которой вы сейчас живете, она подпадет под вот тот бич, который Господь приготовил для нашего народа. И мне кажется, как вы, как человек умный, должны уже сейчас задуматься о том, каким образом, в каком направлении, как себя, ну как планировать. Ведь у каждого человека как бы есть краткосрочное планирование, среднесрочное планирование, долгосрочное планирование. И вот как бы вопрос такой, что вот благочестивые чекисты, они как бы не все люди, русоненавистники, они не все желают смерти русского народа, хотя они все в крови русского народа. Но как бы они вот проводят крестные хода регулярно, вот они, например, с их инициации, регулярное проведение крестного хода вот Великорецкого, где людей собирают именно для того, чтобы обучить, как идти долго? Ведь из городов люди побегут, из всех городов люди побегут, потому что города будут просто уничтожены. И вот эти тысячные колонны людей, которые ни разу никуда не ходили, а здесь крестный ход 180 километров позволяет за 5 дней как бы протестировать оборудование, ну то есть как оборудование, рюкзак, обувь, одежду, понять, каково здоровье у тебя, хватает ли у тебя сил пройти такое расстояние. Как питаться, как то, как все. И вот я просто к чему спрашиваю. Ведь у вас есть люди вокруг вас. Там не все, конечно, агентура ФСБ. Там есть люди искренние, настоящие, верующие.
И поэтому, если заранее не передвинуться, то надо на всякий случай каждому в уголке иметь рюкзачок, где сложена поношенная одежда, где сухарики насушены и, значит, в просоленном мешочке лежат, где какие-то, значит, легкие молитвословы, какие-то, значит, легкое, все-все, легкое, значит, лестовки, все это уложено, все это запаковано, стоит в уголке, ждет своего часа X, в случае что человек одел и ушел. Либо в схрон, то есть где-то приготовленная, где-то в очень глухом месте землянка, уже где наношена и еда, и там и дровишки, и какие-то, значит, чего-то, что-то обустроено и замаскировано, как это многие в России уже сделали. Либо куда-то выдвинуться на какие-то территории, которые будут свободны, потому что по Урал все будет отнято, там первое время будет хаос, мужское население будет вырезано, часть населения будет блокирована в плане того, что она будет просто согнана в концентрационные лагеря, женщины будут розданы как невесты для вот этой вот 30-миллионной армии первой волны китайских мужчин, которые никогда не будут иметь женщины, потому что этих девочек, родившихся, их не сейчас, их просто убили, из них сделали лекарство в свое время. Понимаете? Поэтому китайцы, они как бы огромное количество таких 35-летних, 30-летних, 40-летних мужчин, которые никогда не смогут найти себе пару. И эти пары, они предполагают их взять вон там, вон за Амуром, понимаете? Поэтому вот эти все события, они грядут, если к ним не готовиться, и они уже приближаются с неумолимой... Вот я хотел у вас спросить. Вот вы как мыслите? Вот в этом направлении у вас, как бы, вы со своими сотаинниками, то есть с людьми, которыми вы доверяете, у которых сердце бьется с чистотой вашего сердца, понимаете? Вот вы им, вы с ними обсуждаете эти проблемы? Вы смотрите, как, куда, чего? То ли в сторону Китая выдвигаться, как вот старообрядцы в свое время ушли в Китай и спаслись от этого кровавого сатанинского лютого ига, которое бичом Аки-Скорпион избивала землю русскую, как это вот Авель пишет и так далее. Что жид будет Аки-Скорпион бичевать землю русскую. То есть вот они выдвинулись туда. Часть, грубо говоря, как бы ушла в тайгу, как Лыковы. И такие до сих пор есть, которых и не нашли. Лыкову нашли, а есть такие, которых и не нашли. И часть, ну то есть кто куда. И вот сейчас приближается событие, которые людей, которых Господь хочет спрятать, уже сейчас вразумляет, и сейчас их как бы наставляет и готовит к тому, что даже просто, если человек как бы не планирует куда-то, но он физически себя поддерживает, чтобы смочь пройти в течение там 2-3 недель какое-то энное расстояние, там 500, 600, 1000, 1500 километров. И, соответственно, нужно себя определенным образом физически содержать, нужно... Так, что-то у него ушло. У него вообще нету. Связь плохая у него, видимо. А? Связь, видимо, плохая. Ну. А как его узнать-то, чтобы он... Связь-то была. Видишь, что... То, что он говорит, у нас все это пройденный этап. Пройденный безболезненно. Вот он еще ищет-то, а? Спасайся. Я ищу. Интересно, у меня выходит, одного не было. Политиха души. Вот так. Вот он где. Что-то он не может зайти. Я приготовил ему ответ, а его нету. Ну что, без него ответить можно, может быть. Если только... Мне непонятно, что он так далеко заехал-то, мужик. И видно, старается.
Но у него трудностей-то больше. Люди, которые останутся жить, написано, на них будут язвы. Солнце будет жечь, нарывы какие будут. В общем-то, Израиль знал, что надвигается беда, но никто из страны не убегал никуда. Это определенно. Сидели, ждали, потому что заслужили. И от кары Божией никуда не уйдешь. Бог назначил, значит, бери и пей. Они думали бежать в Египет. Пророк Иеремия сказал, не ходите. Они пошли. И там их настиг Навуходоносор. Он разобьет. Они думали под кровом своего Парагвая, Бразилии сохраняться. Ничего подобного. Египетский фараон был разбит. Он не устоял. От Бога это назначено. И как? Написано, не страшитесь, не ужасайтесь. Будут войны, военные слухи. Господь предупредил. Определенно, четко. Еще, видимо, ему уже не подсоединиться. Я просто закончу этим. Я ему хотел вот что прочитать. Вот куда бежать? Китай там где-то беру, да это у меня давным-давно все сказано. Вот, политика души. Вот я сейчас даже дам эти слова, как они здесь есть. Вот. Где тут есть? Вот здесь надо посмотреть, где. Виктор Савченко. Вот смотри, гори, костер, гори. Политика души. Политика души. Где-то здесь есть, должно быть. Я не вижу. А, не вижу, да, значит, не найду. Я могу это даже показать. У меня это очень четкая программа, поэтому есть. Вот. Сейчас я покажу, что для меня, что Китай придет, что все отнимут. Никакого секрета нет. Я об этом постоянно говорю. Это никак даже по-другому не может быть. Земли пустующие, рождения, прибыли никакой нет, ну и вопрос снятый. Ясно дело, что мировое правительство никогда не позволит, чтобы земли пустовали. Путина ругать не надо, он делает то, что может. Вот. А что может? Ну, может быть, он и не знает даже, но будет делать так, как Господь покажет. Вот. У меня здесь высказано не однажды было. Вот она, смотри, Виктор играет. Нашел я ее. Вот послушаем, а я слова эти покажу. Это реклама. Сейчас мы уберем. Здравствуйте. Вот она. Политика души. Отдайте Шикотан и Кёнигсберг, отдайте, пока еще не поздно, поспешим. Не удержать богатств, хребят и лезут тати, излишки все крестясь отдать самим. Нас не осудят дети и праправнук, что мы во время бури и штормов за борт рубили мачты не тараном, спасли Россию ясностью умов. Лишь Дух Святой умам отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий Шикотан, какой грозит трясучий Шикотан. Нельзя несправедливо ни по Богу, раскинув руки, пьяным бороздить. Когда соседи жмутся под рогом, нам негде жить, нам негде жить. По совести ли вымирают люди, пустеют города и заросли поля. Мы захлебнулись, то ли еще будет, когда извергнет мертвецов земля. Лишь Дух Святой умам отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий Шикотан, какой грозит трясучий Шикотан. Чаши гнева вихрь зловредный, от гнойных ран зловоние и смрад.
последний конь, и конь, как знаем, бледный, и смерть на нем, а сзади виден ад. Что непонятен призыв благодати, с премудростью и со Христом бы жить. Да мы окружены и спереди, и сзади, и всем руководит Христопродавец жить. Лишь Дух Святой умом отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий шикотан. Какой грозит трясущий шикотан. Еще. Нам негде жить, нам негде жить. По совести ли выбирают люди, пустеют города и заросли поля. Мы захлебнулись, то ли еще будет, когда извергнет мертвецов земля. Лишь Дух Святой умом отверзит ясность, и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий шикотан. Какой грозит трясучий шикотан. Готовы чаши гнева, вихрь зловредный, от гнойных ран, зловоние и смрад. Последний конь, и конь, как знаем, бледный, и смерть на нем, а сзади виден ад. Что непонятен призыв благодати, с премудростью и со Христом бы жить. Да мы окружены и спереди, и сзади, и всем руководит Христопродавец жить. Лишь Дух Святой умом отверзит ясность, и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясущий шикотан. Какой грозит трясущий шикотан. Отдайте шикотан и Кёнигсберг отдайте. И вот нужно здесь поставить, как говорят, точки все. А что ставить? И так понятно. Мы окружены спереди и сзади. И выхода никакого нет. И с этим надо согласиться. Сухари сушить пробовали сушить. И когда меня арестовывали, я ходил на работу. Ну, после первого-второго ареста прошло 5 с лишним лет. И 5 лет я ходил в церковь и везде ждал ареста. У меня с собой сумочка с сухарями, одежда, все сухонькое. Дома были валенки с галошами, которые я не надевал. Все время были. И батюшка подарил мне пальто такое, и я его не надевал. На него никто не позарится. А когда арестовали, у меня все готово. Я сразу перекинул на себя, и у меня все готово. Правильный совет-то он дает, мужик. Но запасать где-то под землей сейчас, в настоящее время, ничего это не даст. Во-первых, все пропадет. Ну и были эти пензенские затворники. Мы это видим, все знаем, мы спокойно. Господь сказал, не ужасайтесь, всему надлежит быть. Что нам дальше тогда? Если Господь предупредил, давай еще раз прочитаем, что нам Господь говорит. Надлежит тому быть. Надлежит быть, значит, оно и будет. А как это будет? А мы прочитаем сейчас. Когда слышите о войнах и военных смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Все. И это он говорил как? И другие ученики об этом писали. Вот Марк пишет 13:7. Когда же услышите о войнах, о военных слухах, Китай там пойдет, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Но мы знаем, что мы умрем, но не знаем, когда. Не знаем. И если врач сказал, что у меня смертная болезнь, я умру, не ужасайся, мы все смертные. И от смерти, ну, не надо так уж бояться-то ее, смерть. Смерть. Вот мы сейчас посмотрим, как о смерти откликается наша Святая Библия.
Вот. Вот 42 глава, 3 стих. Вот он прямо говорит здесь, Сирахов. «О смерть! Как горько воспоминание о тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях, для человека, который ничем не озабочен и во всем счастлив, и еще в силах принимать пищу. О смерть! Отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего терпения. Не бойся смертного приговора, вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякой плотью, сколько бы ты ни жил. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? 10 лет, 100 лет или 1000 лет в аде нет исследования о времени жизни. Вот и все. Главное не попасть в ад. И весь сказ. Как вы готовитесь? Ну, готовимся, чтобы жить свято, идти на благовестие, многим людям рассказать о пришествии Христовом. Только так, а не так, вот как давайте сейчас заготавливать, прятаться, подземелья рыть. И, ну, это, во-первых, не знаем, когда будет, а во-вторых, даже кто останется, не порадуется, все будет заражено. А вот они хотят до Урала, я всегда везде говорил, это будет, это обязательно будет. И мы ездили до Дальнего Востока, дороги, мы понимали, это строится не для русского народа, называется путинская дорога. И если это у них такой есть расчет, вот как говорят они, ну, просто никакой альтернативы нету. Такие пространства, столько погибает богатства, и обихаживать некому, земля заброшена, земной шар один. Из чего ради он должен принадлежать народу исчезающему, вымирающему? Пьянство, наркомания, блуд, аборты, миллионами все измеряется. Ясно дело, что у других негде жить. Вот песнопения пропели, я это давно написал. Что интересно, про Шикотан Борис Николаевич Ельцин, когда был еще, кажется, я не знаю, где он был, там в Америке или с кем он беседовал. А отсюда его советник, он воспоминания говорит, ему говорит, Борис Николаевич, да подпишите вы, отдайте ему, у них вообще ничего нету. Но он побоялся своих соратников. Меня не поймут, и то другое. И так понятно. На островах цунами заливает и за какой-то остров держится. Ну, 6-я часть суши. Что там, там говорит? Везде люди живут, там сотни людей, до 300 человек на квадратный километр. Разу 3 человек даже нету. Ну, вот отошел он, я его вспомнил. Ну, а больше я ему сказать ничего не скажу. Если придет, я его на ролик на этот натолкну только. Пусть Бог благословит, не боится. Он уехал в Америку, от чего-то страдался, вроде его гонят. Меня гнали. А вы считали для себя наказанием высылка за границу, как Солженицын? Ну, считал бы, большой-большой потерей. Я бы, может, упрашивал бы и умолял, чтобы меня не высылали. Я здесь, дома, со своим народом. Интересно, писатели, которые ехали, они писали только там воспоминания, а нового ничего не создали. Такие эпопеи, как вот «Архипелаг», «ГУЛАГ», ну, не создаются за границей. Война и мир и другое. Это надо быть среди своих людей, как Тихий Дон и прочее. Мне это понятно. Вот где бы я там еще был? Вот тут свои люди пишут, сообщают, и ну, какая-то беда или что-то. Ко мне сегодня сколько звонили? Одного полиция задержала, не пристегнутый ремнем был. Ну, его по щадящему режиму. Он потом приехал, поблагодарил. 1000 взяли, а на самом деле это 5000 стоит. В другом месте заболели кто-то, там кто-то выезжает, у другого авария в дороге, и все звонят. 5000 с него хотели взять за то, что он шашку поставил, этого таксиста. А что, ему нельзя ставить? Нельзя, он же нигде не стоит. Его надо... он говорит, я стою? Нет, он не зарегистрированный. Ему как? Надо регистрацию проходить, а для этого надо платить, там 1015, он говорит. Значит, ну, вот за это 5 тысяч. Какая разница? Ну. Я попросил Бога, знаешь, что человек-то наш, близкий. Ну вот и все. Благословен Господь. Богу нашему слава. А Анатолий или как?